Конфликт в одной из старейших харьковских школ, 67-й, то тлеет, то разгорается вот уже несколько лет. 31 августа у директора школы Ирины Насатюк, которая возглавляет учреждение уже 12 лет, истекает срок контракта. Сегодня несколько десятков родителей учеников вышли на пикет с требованием не продлевать договор. Говорят, к руководителю накопился целый букет вопросов. Главное – это ежемесячные сборы, которые идут якобы на погашение кредитов. Деньги сдавали, результатов не видели, жалуются протестующие. Оплачиваем мы кредиты. Мы не можем понять, за что мы платим кредиты в школу. Да, берутся у нас кредиты. Мы сдавали на школу перед летом и сдавали после. Что колоссально поменялось в нашей школе, понять мы так и не можем. Все-таки. Кредиты платили. В этом году большая часть родителей отказалась сдавать в школу деньги. В управлении образования Ленинского района школу проверяли, кредитов не обнаружили. Школа не имеет права брать кредитов. Это однозначно. И такого вообще понятия, как кредита школы, нету. То есть вы проверили о том, что на школе не числится договора с банком, однозначно. Однозначно. Если это было что-то, это может быть в частном образе, но никак не касается официального представителя школы. Выйти сегодня на пикет решили еще из-за опасений за успеваемость своих детей. Чем громче возмущаются родители, тем ниже оценки в табеле учеников, заявляют пикетчики. Я пошла в школу, попросила посмотреть журнал. У меня, кстати, есть дома ксерокопия этого журнала, я сделала. Там было 9, 10, 11, и вот в пустые клеточки вставлены, вот видно по спешке две восьмерки, итоговая 7. Вот как так получилось, я до сих пор, это для меня загадка. В результате, что все-таки, когда я позвонила в РНО и попросила разобраться с этой ситуацией, ребенку в итоге поставили 10. Обвиняют директора и в диктаторстве, и давлении на подчиненных. Из-за этого, по мнению протестующих, многие профессиональные педагоги в школе не задерживаются, их просто-напросто выживают. Ну, вы знаете, наш директор известен давно, потому что, когда наш мэр Кернес выгонял вот по 50 тысяч крепаков, ну, грубо говоря, так мы называем, педагогов и коммунальных работников, то наша школа в первых рядах была. И просто, я думаю, что здесь подтвердят, педагоги под угрозой увольнения выгоняли. На прошлой неделе в школе прошли сборы трудового коллектива. Из 36 присутствующих нынешнего директора поддержали 25. Родители возмущаются. Их даже не пустили поприсутствовать на собрании, а картину сделали, в том числе технический персонал и охрана. Значит, директор не хозяйка в этом доме. Она не хозяйка, она не справляется. Ну, смотрите, все-таки так тоже говорить нельзя. В школе 140 лет. Правда? Ведь все-таки что-то хорошее она же делала. Ну, нельзя же так говорить. Мы об этом уже не будем. А дальше делать? А дальше будем жить, дальше и будем делать хорошее. У сторонников руководителя школы своя версия причин затяжного конфликта. Инициатором считают одну из учительниц младших классов, у которой личная неприязнь к директору. Она якобы и подбивает родителей выносить ссор из избы, а точнее из школы. Те претензии, которые они высказывают к директору, они тоже являются в большей степени надуманной. Это, ну, в какой-то мере амбиции, как бы, потому что 3 года назад речь шла о том, чтобы этот учитель занял место директора. Сама Ирина Насатюк любые обвинения в коррупции отрицает. В этом году в школе 3 месяца работала КРУ и никаких финансовых нарушений не выявила. А на обвинение, что часть школьных денег оседает в ее карманах, реагирует эмоционально. Ну, во-первых, это некорректный вопрос. Ну, а во-вторых, мне как бы скрывать нечего. У меня семья, извините, состоит из 6 человек, из которых не работает только один, внучке, которой 6 лет. Все остальные работают в моей семье. Причем у меня семья состоит из 3 сыновей и мужа. Как вы считаете, они зарабатывают деньги? По поводу машины, машина у меня в кредите.
То, что деньги с родителей собирают, в школе не скрывают, и государство выделяет только на зарплаты учителям и оплату коммунальных услуг. На все остальное, вплоть до латания прохудившихся труб, средства приходится брать из школьной казны. Ежемесячный сбор на школу для одного ученика 40 гривен, 20, если это второй ребенок в семье, который учится в 67-й. Многодетные семьи не платят ничего. Но с начала учебного года несколько классов вовсе саботируют эти сборы, которые идут на ремонт, говорит директор. Это делалось позапрошлом году. Вот с подвала до самого верха можете подняться, посмотреть. Здесь были полностью капитально отремонтированы стены, плитка, пол. Здесь пол была маленькая плитка и были ямы в полу. И потолок. Потолок сыпалась штукатурка. Для закупки необходимых материалов раньше в школе действительно брали кредит, но сейчас все долги уже выплатили, рассказывает директор. А вот то, что из-за напряженной атмосферы в школе очень много увольнений, женщина отрицает. За последний год уволилось трое педагогов из-за низкой зарплаты и по семейным обстоятельствам. Еще трое ушли на пенсию. Продолжит ли Ирина Носатюк и дальше руководить учебным учреждением, должна будет решить общешкольная конференция, в которой право голоса уже будут иметь не только персонал школы, но и родители і старшокласники. Якщо буде у цієї конференції рішення, в якому буде зазначено, що висловлена недовіра, тобто оцінюється робота як задовільна і незадовільна, наказ міністерства 178, ви знаєте про нього, казали мені самі, там написано, якщо незадовільна, вони звертаються до органів управління і ми не будемо продовжувати контракт. Назначена эта конференция на 29 августа. Алена Сырока, Александр Проценко, Александр Романовский, агентство телевидения «Новости».